Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами Евгений Сусин. Сегодня я хочу продемонстрировать одесский юмор. Тот говор уникальный и фразы, которые заставят вас улыбнуться. Итак, начинаем. Ребе, хочу жить вечно. Что мне делать? Женись. И что, я буду жить вечно? Нет, но желание пропадет. Рабинович, а вы далеко не дурак. Так и я и вблизи тоже не идиот. Ребе, как вы считаете, женщинам можно верить? Конечно, можно. Пусть верят. А где бы вы хотели жить? Нигде, а с кем? Ну тогда с кем? А этот смотря где? Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок до свадьбы родился? Так и что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба? Изя, ты уже успел устроиться? Нет, работаю пока. Из Тель-Авивского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, срочно внесите 10 шекелей в кассу зоопарка. Нашел еврей пачку денег, пересчитал, а там не хватает. Поехали дальше. Вы уходите, слава богу, или остаетесь, не дай бог? Молодой человек. Я имею вам кое-что сказать. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь. Я вас уважаю, хотя уже забыл за что. Но вы только посмотрите на этого человека за мой счет. На тебе такое выкинуть, взял и умер посреди полного здоровья. И что, с мозгами поссорились? Сёмочка, почему вы не спрашиваете, как я поживаю? Розочка, как вы поживаете? Ой, даже не спрашивайте. Ну так вы будете покупать или мне забыть вас навсегда? Фима, не расчесывай мне нервы. Что ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы. Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай бог, доконишь свой инфаркт. Но почему какие-то несчастные штаны вы мне шили целый месяц? Бог мир за 7 дней создал. А тут брюки месяц. Ха, молодой человек, вы посмотрите таки на этот мир, и вы посмотрите на эти брюки. Я готов послушать за вашу просьбу. Трамвай. Вы на следующий выходите? Выхожу. А впереди вас люди выходят? Выходят. А вы их спрашивали? Спрашивал. Ну и что они вам сказали? Сара, не смей мне возражать. Брамчик, я и так не возражаю. Я молчу. Тогда убери мнение со своего лица. Роза Моисеевна, сколько вам лет? Так и каждый год по-разному. Сарочка, ты не жалеешь, что за зяму замуж вышла? Что ж, я не человек? Ну, жалко его, конечно. Или вы думаете, что вы не опоздали? Так я вам скажу, что таки да. Маша, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое говорят. Ой, когда меня нету дома, так пусть они меня даже бьют. Если понравились еврейские шутки, одесский говор, то ставьте палец вверх, сердечки и пишите комментарии. Много-много комментариев под роликом и подписывайтесь на мой канал. Всем до скорого.